Утопление – серьезная проблема, которая каждый год уносит сотни жизней людей по всему миру. Только в Брестской области с начала года от утопления погибло 42 человека, 4 из которых являлись несовершеннолетними. Именно поэтому сотрудники ОСВОД ежедневно проводят различные мероприятия для распространения правил безопасности на воде среди населения. Одним из таких стала высадка аллеи безопасности на Грибном канале города Бреста. В два этапа будет проходить наша акция. Первый этап – это мы здесь, на станции Грибной канал, высаживаем аллею безопасности, что тоже впервые в нашем городе. Совместно с БРСМ мы высадили вот эти вот туи. Кроме этого, мы поставили таблички для того, чтобы отдыхающие, которые идут к нам на пляж, могли идти, читать и тем самым напоминать правила безопасного поведения на водоемах. Второй этап нашего мероприятия пройдет на территории торгового центра Green Quarter, где будет наша выставлена тематическая зона, будут проводиться конкурсы, викторины с детками, с родителями, меры безопасного поведения на водоемах, напомним. Рядом с аллеей были установлены таблички, которые напоминают отдыхающим обязательные меры безопасности у водоемов и о том, как предотвратить возможные чрезвычайные ситуации. После профилактики они всегда стоят на первом месте. И вот эта первая аллея, которую мы сегодня заложили, это весомый вклад в профилактику для всех наших граждан, для граждан города Бреста, для гостей города Бреста, которые могут, я говорю, еще раз ознакомиться с элементарными правилами безопасности. Помогали с высадкой деревьев молодые добровольцы БРСМ. В процессе работы ребята делились своими знаниями о правилах безопасности на воде и вблизи водоемов, высказывали свое мнение о важности подобных акций для города. Мне кажется, очень важно принимать участие в таких мероприятиях, участвовать в озеленении нашего города, а также проводить профилактику по пропаганде того, как правильно себя вести на воде. Оказавшись на воде, никогда не паниковать. В случае, если становится плохо на воде и так далее, постараться из нее выйти. Безусловно, если такой возможности нет, начать кричать, звать на помощь. Анастасия Панасюк, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, новости Бреста.